Эй, йоу, чуваки, всем привет. Возможно, по мне такое ощущение, что я пьяный или мне плохо, но нет, сейчас просто на часах 7 утра, и очень темно, и очень холодно. Я не привык вставать в такое время, но сегодня есть повод. Возможно, вы можете подумать, о, в 7 утра, типа, наверное, ты едешь на вокзал, или ты едешь в аэропорт, наверное, что-то важное, но случилось кое-что более важное. Сегодня в Стусе впервые в истории дропают коллаборацию с Beats by Dre. И коллаборация там не простая, коллаборация там, как вы, наверное, могли догадаться, на наушниках Studio 3. И наушники выглядят просто бесподобно, восхитительно. И дело в том, что вчера я поговорил со своим чуваком в Стусе, и он сказал, что я не могу их тебе вынести, поэтому тебе придется прийти рано, придется прийти самому в магазин и пытаться их выловить, потому что в Париж приехало всего 15 пар наушников. Ну, то есть вы понимаете, насколько они редки. Их достать будет практически невозможно. Мне придется переживать такой экспириенс. Я решил, что я поделюсь им с вами и переживу его вместе с вами. Так что сейчас я потеплее оденусь, сейчас я потеплее укутаюсь, и мы с вами поедем в Стусе в 7 утра по ночному Парижу. И будем стараться поймать наушники. Я крайне надеюсь, что я не зря встал в такую рань, и что это все не зря. Но погнали. Ну что же, я в полном зимнем обмундировании, чтобы хотя бы постараться не замерзнуть. Так что погнали на улицу. Итак, чуваки, я пришел, вы, как можете заметить, еще очень и очень темно. И пока что я первый. Я первый, это great success, это означает, что наушники, скорее всего, мне достанутся, потому что я никого больше не вижу. Надеюсь, что я реально первый. Сейчас я вам покажу сникпик через окно, не знаю, будет ли видно вам, но я прям их уже увидел, сейчас покажу вам. Вон там они лежат. Вот они. Так что, если вы видите, вы первый человек, который видел их вместе со мной вживую. Let's go, boys! Ну и давайте начнем отсчет до того, как меня пустят в магазин. Сейчас на часах, сейчас проверим, сколько. Сейчас на часах 7:42, это означает, что до входа в магазин осталось 3 часа 18 минут. Я специально не смотрел ни один видос на YouTube за последние 2 дня, чтобы было чем заняться, и так что сейчас буду сидеть и, ну, примерно каждый полчасика-часик давать вам апдейт, как мои дела. Надеюсь, что не замерзну. Сегодня, в принципе, не очень холодно, так что надеюсь, что я выдержу. На связи. Итак, уже 8:33, уже на улице стало светло, уже как-то поприятнее стало жить. Спать, конечно, хочется очень сильно. Но мы все еще ждем, я все еще один, что достаточно удивительно, но в принципе хорошо. Вот, так что стоим, ждем дальше. Я продолжаю наслаждаться видосами на YouTube. Я очень голодный, я еще ничего не поел, но наушники того стоят. К 10:30 в магазине собралась огромная очередь, и ко мне присоединилась Олеся. Но благодаря тому, что я пришел первый, наши глаза были уже положены на наушники, и мы просто ждали, пока мы войдем и заберем свои пары. Как вы можете заметить, ко мне присоединилась Олеся. Олеся, поздоровайся с влогом, пожалуйста. Добрый день. И все получилось, все секьюрд. Мы купили две пары, одну для Олеси / меня, и одну для осторожно. Для меня. Хорошо, одну для Олеси, только для Олеси, и одну для нашей клиентки. Вот, так что сейчас мы пойдем перекусим, потому что, как вы могли понять, с 7 утра я так до сих пор ни разу и не поел. Перекусим, вернемся домой и будем с вами вместе распаковывать распаковочку. Давайте первый раз посмотрим на коробочку, мы ее еще обязательно откроем дома, но сейчас первый взгляд, во-первых, она очень легкая, такая полупластмассовая, даже полуполиэтиленовая, не знаю. Олеся говорит, что это плотный крафт. Вот, и закрыта она вот такой вот внешней бумажечкой, которую вот тут можно оторвать. У меня прям руки чешутся ее оторвать, честно говоря. Но давайте сделаем это дома, на камере. Вот, но первый взгляд вот такой. Так что мы сейчас с Олесей перекусим, придем в себя и поедем домой распаковывать эти прекрасные штучечки. Мы, наконец-то, дома. Олеся согласилась открыть наушники вместе с вами, потому что это все-таки ее наушники. И помимо наушников мы захватили небольшой гостинец для Олеси. Покажешь, что это? Я очень часто приобретала такой худи. Парижский, эксклюзивный. Видите, Стуси Пэрис. Пэрис да. Написано. Такой можно купить только в магазине в Париже. Да, онлайн, и самое интересное, магазин. Что их даже нету фоток стоковых. То есть нету фото этого худи на белом фоне, потому что их можно купить только напрямую в магазине. Вот так вот. Я что-то так много покупала клиентам, что сегодня решила, блин, надо прониклась, брать, пока короче, он есть, потому что духом. Они появляются всего несколько раз в год. Да. Я взял себе носочки, потому что у меня закончились носочки Стуси. Просто, ну, не носочки Стуси, у меня, в принципе, носочки закончились, поэтому вот я взял себе
обычные классические носочки с туфли. И то, наконец, зачем мы собрались, это наушнички. Как можно заметить, у нас две коробки. Одну из них мы отправляем нашей клиентке, а вторую из них получает Олеся. Как тебе коробка? Как тебе на ощупь она? Такая плотненькая, герметичненькая. Такой сейчас ASMR вам будет. Это легче, чем я думала. Кайф, ну звук приятный, звук приятный. Просто вот такая вот бумажечка. Бумажечка. Ничего на ней особенного нет. Как кайфово открылись. Сумочка в подарок. Сумочка в подарок, но она, по-моему, без ремешка, да? Так, сумочка, дай посмотрим, что в коробочке еще. В коробочке еще макулатурка. Иногда к этой макулатурке, типа, какая полонина, наклеечку кладут. Наклеечка-то с Туси. Эксклюзивная. Вот это наклеечка. Еще и бесплатная Apple музыка. Это actually круто, это actually очень круто. Ну и, собственно, какая-то макулатура, тут ничего особенного. В принципе, уже даже в макулатуре, во-первых, эксклюзивная наклейка с Туси, она причем такая матовая, приятная. Ну, я говорю, она waterproof. Ага. И еще и бесплатные несколько месяцев Apple музыки. Уже вин-вин, уже ради этого можно было купить их. Ну что же, давай, момент истины. Молния премиальная. Вау! Вот это наушники! Такие мягенькие тут. Жесть, ну цвет, конечно, очень приятный. Прям сочетание такое, что офигеть можно. Тут еще и внутри логотип. О, офигеть. Это причем им можно... Мой телефон можно заряжать! Это чтобы сделать их проводными. То есть они могут быть как проводные, так и беспроводные. Ну, это то, что я люблю. Леся почему-то обожает ходить с проводными наушниками, хотя можно купить себе любые беспроводные. Beats Studio Pro. Ну, могли бы и Стуси написать, честно говоря. Play. А, смотри, у тебя, короче, когда ты нажимаешь на буковку B, Beats сбоку, это у тебя, типа, для паузы. На левом ухе можно погромче, потише делать. Вау, ну просто крэйзи. Сегодня, если вдруг кто-то не знал пятницы, сегодня должен был дропнуть Kanye West, но он не дропнул. Поехали, Kanye West первый раз прослушаем. Опиши нам experience. Леся сейчас слушает на полный звук. Смотрите, нам все равно не слышно, что у нее играет. Типа у нее сейчас на полной громкости играет музыка, а нам все равно не слышно. Типа я вообще не слышу, что там. Это неожиданно. Ну, Лесь кайфует. Ну, то, что там мои ушки сейчас будут в логотипах Стуси, это, конечно, меня прям возбуждает. У меня не было до этого AirPods Pro, да, правильно называют? AirPods Pro Max, ты имеешь? Pro Max, да. Угу. То есть у меня никаких наушников вообще не было больших. Мне AirPods очень нравятся, вот Max, но они, ну, у меня от них начинает болеть голова, они очень давят мне. Эти вообще пока не давят. Ну, что-то какие-то маленькие, нет, или мне кажется? Ну, для меня. Как будто какие-то, ну, типа, у меня как будто уши сейчас вытащатся тут. Ебать, вот это раздает. Но они не супер громкие, но в принципе очень чистый, приятный, прям вкусный такой звук. Но вообще наушники cool. Выглядят прям офигенно. Ну блин, у меня огромная голова, то есть если бы я взял такие себе, мне бы они... Ну типа вот у меня всегда проблема, что во-первых, мне в больших наушниках очень жарко быстро становится, а во-вторых, они часто мне давят. Вот AirPods Max мне не давят, а эти давят. Так что, если у вас большая голова, то знайте. Ну, наверное, это зависит не от Стуси, это зависит от Beats Studio Pro. Ну что, какие твои итоговые мысли? Ну, они такие красивые. Ну, красивые, да, красивые, жесть. Я просто... не уверена, я буду в них часто слушать музыку. Да, вообще, мне кажется, мне, по большей части, нужны были наушники на то время, пока Сережа стримит. Потому да, что, не забывайте подписываться на Twitch. Обычно я нахожусь с ним в комнате. Я не короче, против, ору. Но меня очень отвлекают звуки. Ну, еще бы я там ору, как свинья просто. И еще что я хотел сказать. Мне кажется, вообще большими наушниками ну, люди типа не пользуются каждый как день. Как мне кажется. Складывать? Вот так вот Сереж складываешь. С двух сторон? Да. И вот так вот они получаются, ты их в чехольчик кладешь. Типа они молочные такие. Ну да, нет, вот сочетание это, цветов просто капец. Вот этот цвет у Стуси называется фоссил. Них... The more you know. У них выходили спиридоны такие, то есть это не ископаемые, белый, короче. Не бежевый. Ну, вот. Такой молочный. Ну да. Сливочный. Фоссил — это ископаемый. Да. Ну да, это, как типа кость динозавры, basically. Как боун. Боун. Ну какие твои эмоции? Сколько бы ты поставил? Мне нравится, короче, что тут брендинг, он не кричащий. То есть нету такого, что вот если бы они сделали тут Стуси типа ярко-белым, ну это кринж был бы. Ну, ну да, нет, я согласен, нет, мне тоже еще, нравится. Типа, мне то, больше что... нравится внутри уха, это прям то, пипец, что, это да, меня то, съело. Что оно внутри и...
тут все обычное. Ну, то есть, такие прям, ну, классная вещь. Класс. Я кайфую, спасибо тебе за подарок. Пожалуйста. Сколько ставишь, 10? 12. 12, класс. Я тоже ставлю крутые наушники. Если у вас, конечно, большая голова, то подумайте. А так просто офигенные наушники. Очень круто выглядят, очень круто звучат. Идеальный подарок. И еще и упаковка очень крутая. На этом у нас на сегодня все. Большое спасибо вам, что посмотрели это видео. Большое спасибо Олесе, что распаковала свои наушники на камеру. Большое спасибо, что приняла в этом участие. Не забывайте, что если вы хотите себе какой-нибудь аксессуар или подарочек из Европы, то переходите на наш канал. Мы вишем, мы вам с удовольствием его привезем. А еще мы сейчас работаем над ботом, который будет оповещать о релизах заранее. Прямо в личку вам будет приходить полный дроп-лист, такое уведомление, чтобы вы могли первым знать. Такой вот сникпик вам и будет заказать. Подписка на релизы, короче, это будет называться. Подписка на релизы. Подписка на релизы, вот. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравился этот видос, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. На этом у нас все. Большое вам спасибо. Приятного вечера, хорошего аппетита. Всех обнял, поцеловал и бай-бай. Попробуй так вот сделать. Сейчас. А, у тебя голова большая. Пока-пока. Пока.